Welcome to Paris 47. The show is just about to start. This is the red carpet event of the season, and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite. You will find Viktor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security will keep a watchful eye on any suspicious activity, but I trust your timeless look shall fit right in. Good luck, 40s. Итак, друзья, начинается новая миссия, которая называется «Гвоздь программы». Давайте запорим кадр. У нас это очень хорошо получилось. Ну что ж, неплохое начало. Здесь, как видно, достаточно много охраны. Даже не то, что достаточно много, а просто полно. Наши главные цели. Их видно прямо отсюда. Это у нас будет Виктор Новиков и Далия Марголис. Ну, соответственно, Виктор Новиков у нас будет на показе мод. А Далия Марголис организует закрытый аукцион для, как и было сказано, клиентов группировки Яга. Но мы отправляемся с вами сразу в запретную зону, потому что все интересное начинается в запретных зонах. Итак, здесь был у нас сотрудник охраны, какой-то парень. Кажется, на нас обратили внимание. Девушка, еще один сотрудник охраны. И все курят здесь, на этом заднем дворе. Ну что, кажется, никто на меня не обратил внимания. Кажется, я прошел здесь без каких-либо проблем. Смотрим. Чуваки в кепках, это и есть сотрудники охраны. Здесь придется отпереть дверь. У нас есть для этого отмычка. Перед каждым заданием можно определять свою выкладку. Соответственно, я взял отмычку, шприц и пистолет. Друзья, да, это так. Ну что ж, давайте зайдем. Давайте посмотрим. Нифига, какое здесь количество серверов. Просто жесть. Сейчас посмотрим. Осмотрим план эвакуации. Ну и все, покинем это место. Да, кажется, меня кто-то мог заметить. И идем дальше по этому подвальному помещению. Можно взять гаечный ключ на случай, если мы с вами захотим замаскироваться под сантехника. Ну и давайте попробуем зайти сюда. Что здесь? Эти девушки, судя по всему, из обслуживающего персонала. Какой-то парень в трусах. И у нас есть маскировка. Мы можем замаскироваться под сотрудника дворца. Что очень неплохо. Ну все, пойдем тогда. Пойдем немножко поработаем. Сейчас, по идее, мы с вами должны будем оказаться в главном зале. Так, смотрим, где мы. А, нет, это вход. Лестница наверх. Здесь громкая музыка. Подиум. Посмотрим на эту возможность. Итак, Хельмут Крюгер недавно встречался с Далией Марголис. Подозреваю, что Яга использует модели, чтобы шпионить за богачами и знаменитостями, и Крюгер один из таких шпионов. Нам повезло. Вы с ним здорово похожи друг на друга. К тому же его лицо скрыто под гримом. So, if he kisses your hand, will you ever wash it again? Yeah, I saw you blush earlier when you put on his makeup. Oh, what can I say? I'm human. Oh, wow. Speaking of, that guy looks a lot like Хельмут Крюгер. Ой, это же про меня говорят. Yeah. Так, ну все, 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 сваливаем. Ну что ж, пойдем теперь искать Хельмута Крюгера. Ну да, здесь вроде бы запретная зона, но мы можем спокойно здесь также проходить. Да, на нас никто не обращает внимания. Прикольно! Так, попробуем пройти сюда. Это кухня. Здесь все понятно. Ну и почти добрались с вами до нужного места, где мы должны получить кое-какие сведения.
а у Хельмута Крюгера, как можно заметить, фотосессия. Ну что ж, давайте понаблюдаем. Очень круто. Ну, я утрирую, конечно. Это понятно. Так, телефончик достал. Кто-то ему звонит. Сейчас посмотрим. Понаблюдаем. Все, судя по всему, у нас фотосессия закончилась. Ну и мы теперь должны проследовать за нашим героем. За нашим близнецом. Ну да, сходство здесь самое большое заключается в том, что оба они имеют шикарную лысую голову. Так, потихонечку идем. Поворачивает. Блин, там еще и охранник. Мать его. Упс. Далья? Хельмут. Not yet. I go on in a few cycles, I think. I have. I think I'm in, but I want to be clear on a few details. Fine. I'll be up after the show. Yes, ciao. Ciao, cacao. Так, еще один охранник там издалека идет. Опять кому-то звонит? Yeah, Dan, it's me. Oh, you're watching the live feed. No, not anytime soon. Actually, I'm doing this thing for Dahlia. Hey, those tables won't wait themselves. Might take a while. Отлично. Так, по-быстрому. No way but down, Dan. And it's not like I've been in. Ой, прошу прощения. But this way, I do this. I can leave the game with some startup cash. A lot of startup cash, actually. And I can go into business on my own. Well, I'm thinking facial products. Maybe underwear. Anyway, I gotta go, Dan. I'll see you in Cali, okay? Alright. Черт подери, охранник идет. Так, ну ладно, пока будем сидеть. Unbelievable. This could be my last show, and it feels like only yesterday. Am I really doing this? I don't know. Maybe it's not so different from. Who am I kidding? Of course it is. Money makes all the difference. Отлично. Иди сюда. Ну и все. О, да. Итак, что мы имеем? Телефон. Его одежду. Вот это здорово. Осталось нам, друзья, наложить еще немножко грима. Охранник ушел. Здесь как раз у нас есть еще одно свободное место. Отлично, избавляемся. Ну и теперь пойдем. Будем звонить? Нет, пока не будем звонить далее. Но телефон пусть у нас будет в руках. Фух. Да, это было непросто. Сейчас мы посмотрим, что можно здесь сотворить. Так, вон он пошел. Давайте понаблюдаем. Идет. Ага, прошел мимо. Ну просто понаблюдаем. Так, по заданию. Позвонить нужно. А что, здесь нельзя? Нет, здесь можно.
Dahlia, Helmut here. Remind me again, where were we supposed to meet? Second floor. Voltaire's. На втором этаже. Got it. You want me to drop by now, or... No, no, it's essential that you walk the runway. Do the job and come see me right away. А, слышали? Она сказала, сначала пройдись по подиуму, а потом уже приходи. Так, давай по-быстрому. Забирай, 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 забирай. О, yes. Супер. Так. Что здесь еще можно сделать? Ну, потихонечку, мне кажется, нужно идти дальше. Пойдем. Нам нужно с вами наведаться в гримерку. Там наложим грим. И я надеюсь, мы с вами сможем добраться уже до Дали Марголис. Это будет здорово. Да, здесь можно пробежаться. Гримерочка у нас находится совсем недалеко. О, смотрите, с модельками флиртует. Так, сюда нам. Посмотрим. Здесь можно также подслушать некоторые разговоры. Это также может быть какой-то новой возможностью. Ну что ж, давайте присядем, нанесем грим. Да и пойдем дальше использовать Mr. эту возможность. Mr. Kruger, need a touch-up, I see. No problem, just sit back and relax, won't take a second. Appreciate. Да вы чё, серьезно? Ну, вроде бы неплохо получается. There. You are all set, Mr. Kruger. Good work. Wow, thanks, Mr. Kruger. Break a leg. Yes, Madison. Теперь нам нужно пройти по подиуму. Нифига себе. Вот это я понимаю возможность. Так, вот нам сюда. Я готов. Хорошо. Пойдем. Себе. Какие овации сорвал. Вот это да. Теперь можно встретиться с Марголис. Для этого нам нужно подняться на этаж, а то и два выше. Ну ладно, погнали. Отвертка. Нафиг она нам нужна. Итак, вот здесь у нас на мини-карте отмечены лестницы. Так, сейчас пробежимся. И вот лестница наверх и вниз. О, отлично. Так, ты кто? Какие возможности есть? Никаких. Ну чё, готовите? Вот здесь Kruger, можно подняться еще выше. Оказывается, охранники знают меня. Как раз сейчас предложил один из них услуги охранника. Говорит, вам не нужен телохранитель. Если что, имейте меня в виду. Access to the auction and a private audience with Dahlia Margolis. Nicely done, 47. Please, have a seat. So, Helmut, you accept my offer? I'm in. What's the job? Straight to the point. I like it. As it happens, I have the perfect assignment for you. Jessica Highmore. Highmore Consulting. The very same. That's why I wanted you in the show, so Jessica would notice you. Now, I want you to go to New York, seek out Jessica, and
do what you do best. The girl is bright, young, beautiful. Should be right up your alley. And yet she's not the mark. My, you do catch on fast. No, that would be her father, CEO John Highmore. Jessica is your way in. Befriend him, get his trust. Highmore Consulting is planning a merger. I want to know with whom and at what price. All right. Consider it done. And that's for you. Keep it on you at all times. Last resort. Cyanide. Good choice. We've got trouble. Yes? Well, it's a little late now, isn't it? No, I'm gonna deal with this immediately. Selena's a big girl. She knew what she was getting into. Put a detail on her, and if she shows signs of cracking, pull her out. Fine. We'll talk later. О, да. Так, усмиряй. Ломай шею. Вот так. Well done, все, цель Victor устранена. Вот так разобрались. Это была у нас Далия Марголис. Можно было, конечно, еще отравить бокал. Да и наверняка здесь была еще какая-то возможность ее устранить. You're in. Good work. So this is the auction of secrets. Это тот самый аукцион. Как здесь богато. Сьюзен? Нет, извини, не помню. Ну что ж, остается Виктор Новиков. Пойдем потихонечку. Я думаю, нам стоит спуститься вниз, потому что Новиков у нас находится на первом этаже. Я надеюсь, Далию не скоро найдут. Так, где-то тут можно было спуститься вниз. Да, вот у нас лестница очередная. Спускаемся вниз. Итак, давайте посмотрим на другие возможности, которые здесь есть. Так, посмотрим. Творческая неудача. Эта возможность у нас более недоступна, так как мы с вами одну из целей устранили. Можно Новикова отравить. Как раз у нас есть подходящая возможность. Тут у нас возможность с фейерверками. Это тоже возможность недоступна. Тушите свет. И, наконец, частная встреча. Давайте отслеживать эту возможность, потому что, судя по всему, мы сможем разобраться с Новиковым где-то в более уединенном месте, а не здесь, у всех на виду. Итак, 150 метров до этой цели. Точнее, до этой возможности. Нам даже наверняка придется выходить на улицу, судя по всему. Да, но ничего страшного. У нас просто супер костюм, супер маскировка, потому что в этой маскировке нас вообще никто не замечает и никто на нас внимания не обращает. Вот, мы снова на выходе. Да, придется сюда пройти. Ну что ж, ничего страшного. Так, что-то спорят по поводу машины. Его не пропускают. Да бог с ним. Who's the contact again? Max Decker of the Russian FSB. I don't know. Some Cold War dinosaur. That must be pretty important. Novikov is meeting Max Decker. Новиков встречается в садовой пагоде с Максом Деккером, старшим аналитиком российской ФСБ. Мир тесен, ФСБ завела на Новикова уголовное дело. Но начальник Деккера, командир отделения Николай Комаров, этой ночью совершил самоубийство. Если, конечно, это было самоубийство. Как бы то ни было, это твой шанс разделаться с Новиковым вдали от света прожекторов. Says security risks. It's pretty exposed for my tastes. Let Kurt worry about that. We've got enough on our hands. Ну что, все? Давайте сменим укрытие. Отлично. Все, теперь можно идти. Вот, на этот раз нам нужно узнать немного больше о Деккере.
Здесь по-прежнему запретная зона, но только не для Хельмута Крюгера. Нифига они тут паркинг устроили. Лимузины. Дорогие тачки. Ну и не только. Так, встанем рядом. Может быть даже... Эй! Как мне слиться с окружением? Под 47-го. Жесть. Ну ладно, тогда просто рядом постоим. И послушаем. Well, we could hardly predict a pile-up on the freeway, could we? So you have a spot in mind, or... Okay, fine. We'll wait in the lounge. Is there a problem? Novikov is busy. Told us to stay put and enjoy ourselves. One of his security staff will come fetch us when he's ready. Tell you where we're going? Pavilion, Northwest Gardens. That it was away from prying eyes. Ну что ж, теперь можно найти маскировку телохранителя. Давайте проследуем к этому месту, где мы сможем завладеть этой маскировкой. И никому нет дела по поводу того, что здесь просто носится лысый чувак. О, кстати говоря, нифига себе. Вот это, между прочим, очень хорошо. Так, где мы сможем спрятать тело? Так, так. Ну что ж, приготовились. Опа! Нет, ни в коем случае ничего не ломать. Так, давайте замаскируемся. Отлично! Но тот чувак нас запалит. Мать его так. В таком случае тащим тело. Давайте тогда рядом здесь бросим его. Ну, что-то вроде этого. И также стоит, наверное, взять оружие и куда-нибудь его скинуть. Да давайте сюда же. И может быть тело сюда? Да ладно, пусть отдыхает. Что ж, теперь возвращаемся. Нам нужно встретиться, но уже выдать себя за телохранителя Новикова и припроводить его в соответствующий павильон на северо-западе этого сада. Да, кстати, нужно быть повнимательнее, потому что некоторые телохранители могут увидеть в нас незнакомца и поднять тревогу. Но, кажется, опасности именно здесь, именно в этом месте нет. Поэтому спокойно перемещаемся. И теперь давайте попробуем с ними заговорить. Вот мы на месте. Заговорить с Максом Деккером. Мистер Деккер, мистер Новиков will see you now. I will escort you to the rendezvous point. Ah, great. Thank you. Lead the way. Tight security, man. Good to know. Пойдем. Ну, получается, у нас будет примерно тот же самый маршрут. Ну что, он идет с нами? Ну, кажется, идет. Да, все нормально. Из оружия у меня только пистолет с глушителем. Hey, how you doing? Привет, все нормально. Давайте, давайте, догоняйте меня. Да, вон в той стороне. Блин, здесь могут меня запалить. И они, может быть, это сделают. Слава богу, те уходят. Те двое. Если близко к этому не подходить, то никто ничего и не заметит. И мы с вами почти добрались вот до этого сооружения, которое как раз было на картинке. Вот посмотрите здесь. Вот эта возможность. Да, частная встреча. Escorting Max Decker. Mr. Novikov's order. Been expecting you. Go ahead. Да, можно проходить. Очень хорошо. Посмотрим. Блин. Здесь у нас могут возникнуть проблемы.
Well, well. No Novikov. Why am I not surprised? Well done, 47. Novikov is about to meet with Decker, and you have a front row seat. Это же просто замечательно, друзья. Поэтому стоим, ждем и наблюдаем. Mr. Novikov, I'm at the pavilion. We did wait. Then your guide took us to meet you here, so which is it? I don't know. A security guy. Wore a uniform. Alright, fine. See you soon. Так, Новиков там достаточно далеко. Он идет. So I gotta ask, Mr. Decker. Section Chief Komarov, was that your handiwork? Look at these hands. I'm a bureaucrat, Carson. I don't go around staging perfect suicides. No, I dare say young Komarov got a taste of Viktor Novikov. Ask me, he had it coming anyway. Nobody likes an overachiever. And the file. Must be pretty important for Novikov to cough up 7 digits. It's in it. Every bit of dirty intel the FSB ever collected on him. Our friend Novikov wasn't always in fashion, Carson. But the public has a short memory span. And now he's tying up loose ends. Securing his legacy and our retirement plans. That is Viktor Novikov, head of Sanguin and ringleader of Iago. Quite the resume. Mr. Decker, how are things at the office? That's 91 all over again. Komarov is found dead, gun in hand, office locked from the inside. In his safe, evidence that he was leaking state secrets to Langley. An FSB section chief, Kremlin's golden boy, a CIA spy. Look, I don't know who you hired to pull this off, but I want his number. Trust me, you don't. The case file, please. Right, right. Of course. Last and only copy. There was an unfortunate server room fire at HQ. Misery loves company. Oh, Mr. Decker. You know, I do believe this is going to be the start of a beautiful friendship. The money's being wired to your account. I need to call my guy in Switzerland. Why? Haven't you heard? I am an honest businessman. До свидания, Mr. Decker. Well, that's that. Take a stroll, would you, Kurt? I'd like to savor the moment. You sure that's wise, sir? I'll be fine. Давай, давай, уходи. Так, опасные чуваки. Отлично. Все, перестаем сливаться и проследуем за Новиковым. Ну что, дружочек, попался? Finally, a clean slate. Didn't come cheap, but it was damn well worth it. Victor, old boy, you're walking on water. Ну вот и все. Отлично. Берем тело и избавляемся. О да, это было круто. Итак, до выхода 92 метра. Так, давайте побыстрее отсюда. Смоемся. Где-то выход здесь, в подвале, я так понимаю. Нифига себе. А как нам туда спуститься? Так, спокойно. Кто-то мог меня запалить. Черт подери, может быть, нам стоит с вами... Может быть, нам стоит в другой костюмчик приодеться? Посмотрим, нам нужна лестница, нам нужен выход. Так, вот здесь, посмотрите, есть какая-то лестница, но она ведет наверх. А нам нужно спуститься вниз. Вот, кажется, здесь есть подходящая лестница. Отлично, это наш шанс. Все, супер. Спускаемся. Да, где-то здесь выход.
Красота. О, здесь даже были повара. Нифига тут картохи с луком. Офигеть. Ну все, мы сделали это. Komarov is gone. I set him up as a Langley spy. It's quite a scandal at the FSB. His death will not be investigated. Your turn. Very well. The secrets of the global elite. 5 years of work, everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor, good luck with the show. I have a feeling it's going to be the one you'll be remembered for.